Ну они же это друг друга пропускают, там помеха... А нет! Хьюстон, у нас тут пробка. 2 хп представляет. Соло, мои всем друзья, с вами 2 хп, и сегодня мы смотрим на игру под названием Grid Road. За моим курсором ездит какая-то бешеная машина, которая явно хочет его задавить, но у нее не получается, потому что как только она доезжает до него, начинает кружиться как сумасшедший. Это головоломка про строительство перекрестков. Это, ух, нихера тут уровней. Хорошо, что есть туториал, сейчас будем разбираться. Потому что у нас, как вы видели, если кто смотрит Тео Таун, проблема с пробками, проблема с перекрестками, поэтому давайте учиться их, как это, создавать. Ну да, перекрестки создавать, а трассы разводить. Значит, straight, turn, omni, lanes, lines, lights. Да, ну давай straight, straight это вроде... А это дальше, да? Это нет, нет, пошли в туториал. На, короче, прямо. Там, прямые дороги. Хорошо. Значит, с бюджетом в 34 тысячи фунты это, по-моему, если я не ошибаюсь. Или франки. Добро пожаловать в Grid Road. Ваша цель соединить машину и флажок одинакового цвета. Используйте left-click, чтобы тянуть дорогу. О, здесь максимально интуитивное управление. Что? Ну? Не понял. А, вот так ее надо тянуть. Не эту продлевать, а новую строить. Так, синюю машину с синей машиной. Если она не синяя, ничего страшного. Вы знаете, почему она синяя. А, красная машина с красной. Все, старт. Проверка. Все, все поехали, все проехали, все нормально. Симуляция длится одну минуту, вы зарабатываете очки. Что, нельзя ее пропускать, эту симуляцию? Можно ускорить. Можно ускорить симуляцию. Да, он мне очки дает за это. А можно я не буду? И нужно набрать очки. А, короче, я понял. Пока длится движение без пробок. Поехали дальше. Мне дают очки. Как только создается пробка... Там этот, шкала, как она заполняет, пока она заполняется. Короче, пока идет движение, заполняется шкала. И нужно эту шкалу заполнить до конца, без пробок. Вот и все. Так, поворот. Значит, зеленая машина, или серая машина, серый флажок. И это поворот. Ну что здесь такого? Ничего нет, вот смотри. А, не та. А это тогда для чего? Для чего я тогда тяну эту ползу? Ладно, неважно. Так, вот сюда. А, вот сюда. И вот сюда. Там как-то надо... Вот так. Ну, типа, это здесь. А надо стрелочку на повороте указывать. Ну, ладно. Давайте проверим. Симуляция, пожалуйста. Что тебе не нравится? А, нужно дорожный знак нарисовать. А как его? Подожди. То есть надо вот так? А дорожный знак-то как? А, я понял. Вот тогда вот... Вот. Так, это все правильно. Дорожный знак. Его надо... А, его надо не здесь рисовать. Его надо рисовать. Так, уйди. Вот так. Вот. Вот так. Все. Погнали. Симуляция. Сколько нам очков надо заработать? Если это 900, то это 1800, 3600. Наверное, нужно будет сколько-то заработать в конце. А если 2 хп, правильно посчитал... Нет, ни хрена неправильно посчитал. Странно. 5200. Ладно. 3 звезды. Это было несложно. Потому что это всего лишь туториал. Скоро начнется настоящая игра. Так, Omni. Что здесь надо? Что надо? Кликните. Ага. This sign and beat or tree. Direction. Three directional. Which motherfucker. А, я понял. Короче, у нас с нижней дороги едут автомобили трех цветов. Одному нужно налево, второму прямо, третьему направо. Все. То есть мы... А как его делать? Ну, типа, мы делаем вот так. Ну, вот так и вот так. Это логично. И потом делаем вот так. Нет, вот как нарисовать вот этот знак, который в три стороны. Налево. Прямо. А, вот так его. Все. Правильно этим, знаешь, да? Все. Это было очень просто. Если я нажму стоп, она, типа, мне все сломает, да? И очков я не наберу. Зачем мне очки в туториале, я вообще не понимаю. Вы не можете расположить один знак перед другим знаком.
Логично. Тем более, если они будут друг другу мешаться и противодействовать. Так, здесь нас учат перестроению с полосы на полосы. На полосу, то есть здесь тачка, вот сюда ее надо доставить, она какая-то оранжевая. Значит, мы рисуем дорогу так, дорогу так, дорогу так. Здесь якобы дома, здесь нельзя ничего делать. Соответственно, мы рисуем стрелку тут. Как показали они, тут и тут. Вот так. Давай проверим. Не совсем понял, но... Сейчас посмотрим, работает. Да. Возможно, кстати, вот эту стрелку можно было не рисовать. Странно. Ну, то есть, чтобы он перестроил... А если я... Подожди. А если я вот эту стрелку не нарисую? Чё? Он мне даже не даст симуляцию начать. Ах ты собачина. Ладно. Я понял. Ну, короче, надо просто запомнить, что это работает так. Чтобы машина перестроилась на вторую полосу, нужно в конце первой полосы нарисовать стрелку прямо. Окей. А не беспокойтесь, если вы не понимаете механику вот этих знаков, вы поймете ее по ходу дальнейшей игры, мне написали. Как раз вот мой случай. То есть я логики в этом вообще не понимаю, почему в конце полосы я должен рисовать стрелку прямо, чтобы машина перестроилась. Это как-то странно. Красный автомобиль едет к красному флажку. Зеленый автомобиль едет к зеленому флажку. В чем, собственно говоря, проблема? А, это у нас перекресток. You can copy traffic light by... Короче, нужно поставить светофор. Пока я не дочитал до конца. Сейчас разберемся сами. Нужно поставить светофор. Как его поставить? I-O-E-O. А, это можно приближать и отдалять. Мне что такое уже через сколько? Через 10 минут игры только говорите, что здесь можно приближать. Ну да, и колесико мыши тоже можно делать. То есть надо, подожди, удалить дорогу. И вот так. Так. Как светофор-то делать? О, я нашел. Подожди. Нет, это убери. Двумя щелчками. Я понял. Короче, вот здесь. Двумя щелчками он ставится. И что это такое? Это типа половина зеленый, половина красный. Подожди, а почему так? Не, подожди. Давай тогда вот так. С 12 до 6 будет зеленый. 7 до 11 будет красный. Ну вот, условно. Вот, а соответственно вот этому надо поставить наоборот. Здесь будет красный, а все остальное время он будет ехать зеленый. По-моему, это так должно работать. Давайте проверять. Это... Я думал, перекресток должен стоять... Ой, в смысле, светофор должен стоять вот тут. А он стоит перед полосой. Ну, понятно, перед перекрестком. А я почему-то его хотел бы здесь зафигачить. Короче, ладно, я немножко тупанул. Все. Можно, кстати, сделать... Можно сделать меньше проезд, то есть по четвертинке сделать. Четвертинка едет зеленый, четвертинка красный, четвертинка зеленый, четвертинка красный. 2 хп просто гений! Ух ты, что-то уже серьезное пошло. Ты мне что-нибудь напишешь? Ничего не напишешь? Что у нас закон... Priorities. У нас закончилось обучение, серьезно? Ну ладно, здесь ничего сложного нет, смотри. Значит, вот этой тачке, которая вроде серая. Ага, нужно проехать вот сюда. Это и нужно. Единственная вот сложность в том, что вот здесь цветные все эти хери. Ну ладно, я постараюсь разобраться, все нормально. Ну вот, они просто напротив друг друга, поэтому ничего страшного нет. А в чем проблема? В том проблема, что они... Ага, ух ты, ядрить. Но здесь надо со светофорами, короче, просто разобраться. Ты едешь... Тебе не нужно, ты едешь прямо здесь, едешь прямо здесь, ты едешь прямо здесь, ты едешь прямо здесь, ты едешь прямо здесь, ты едешь прямо здесь. А сколько мне дали бюджет? 28... тысяч франков, я типа могу тратить сколько хочешь. No? Короче, у нас 4. 2 перекрестка, 4 машины. 2 перекрестка, но 4 машины. Допустим, мы здесь. Давай по четвертинке попробуем. Или нет? Или по половинке. Я сейчас ставлю половину, короче, вот этой машины. Она вот эту половину едет. Вторую половину стоит. Вторую. Когда она вторую половину стоит? И вот эту... А, ну да, все, все, я понял. Дай светофор. И вот это, значит, эту половину едет, эту половину стоит. Правильно? И здесь то же самое. Правую половину она едет. Левую половину стоит. А перекрестная дорога делает наоборот. Здесь она едет, вторую половину. Первую половину стоит, здесь вторую половину едет. Вторую половину едет, первую половину... О, это не надо. Вторую половину стоит. Это какой?
красный. Ну, вроде как все. Ну-ка, давайте проверим. Даже ускорять сейчас не буду. Сейчас надо прямо отследить, все ли я правильно сделал. Да, ты посмотри. Ах, хорошо-то вот этим надо поворачивать. Это что такое? А, это, кстати, был показатель пробки. Там, видимо, если они какое-то определенное количество времени стоят... Вот-вот-вот! Да ладно! Но это не пробка! Фейл репорт. Я тебе дам фейл репорт. Короче, стой. Это оскорбительно! Короче, тогда делаем по четвертинке, вот и все. Да, дай светофор. Вот здесь он четвертинку едет, четвертинку стоит, четвертинку едет, четвертинку стоит. Так, первую четвертинку едем. Все, эту... Не беси меня. А четвертинку едем, четвертинку стоим, четвертинку едем. Сейчас сделаю все. Ну, типа того. То есть сейчас будет то же самое. Только машины будут стоять меньше. Ровно в половину. И не будет засчитываться это как пробка. Кто когда-либо записывал... Нормально. Кто когда-либо записывал вообще, что типа светофор это... Пробка. Вот, все, даже восклицательный знак не успевает набраться. Хорошо. Все, можно ускорять. Движение налажено. Самым профессиональным регулятором дорожного движения 2 хп. Что здесь, тачки не хватает? Что случилось? По-моему, вроде все симметрично. Потому что красная машина быстрее. Или у них тут какая-то... Рандомайзер на тачке идет. Так, нормально. По времени нормально, значит, продолжаем. Simplicity. Обожаю английский язык, прям аж ненавижу. Так, значит, у нас здесь едет два автомобиля. Подожди. Блин, здесь едет, короче, синий и типа зеленый. Да, светло-зеленый. И куда им надо? Этому надо охреть. Вот сюда. А зеленому надо вот сюда. И здесь. Типа, вот такой знак и прямо. Все. А это коричневый, тоже синий. Тут прям такой же синий. Охереть. Плохо. Ладно, и этому надо... А, подожди, это же красный. А, это красный, значит. Так, сюда. Ой, подожди. Синий и красный. И этому прямо. И вот сюда. Прямо. А и сюда. Так, все, хорошо. А у нас здесь еще тачки есть, а здесь типа зеленая и красная, или какая она? Да. То есть, а здесь они должны проехать налево и направо. Налево и... На... Прямо... Налево, а здесь он, соответственно, направо повернет. Ну и надо только светофоры теперь расставить, чтобы как-нибудь бы это работало. А сейчас соображу. А здесь, а, блин, здесь тоже можно дороги. Блин, так здесь подожди. Здесь можно как-нибудь схитрить. Но я пока не буду, подожди. Я буду пока дефолтно делать. Давай сначала определимся, где нам нужны светофоры. Светофоры нам нужны. Это уже перекресток. Вот тут. А, так и стрелки здесь надо ставить тогда, получается. А не здесь. Вот тут нужен светофор. Пока ничего не делаю. Потому что вот здесь, здесь поедут машины, здесь поедут машины, они должны друг друга пропускать. Здесь нужен светофор. И тут нужен светофор. А, всего три светофора. Три светофора. Кто кому будет мешать? Потому что, ну типа, сколько там их? 10? Ну типа 10 на 3 не делится. Соответственно, я не смогу разделить вот это все ровно на 3. 4, 4, а... Потому что их здесь... А, потому что их здесь... их здесь не 10, их 12. Тогда 4. 12 на 4 делится, да. Тогда сейчас сделаю, сейчас сделаю, раскошу. Ну, вот я вроде сделал. То есть вот эти и вот эти едут 3 кубика. Вот эти и вот эти. Потом эти все останавливаются. И едут только эти. Ну да, все, ну-ка давайте смотреть. Нет, почему? Потому что вот это здесь почему? Потому что вот этому негде, некуда ехать. А, потому что у нее стрелки нет. Подожди, а почему у нее стрелки нет? Ну, типа, светофор придется убирать. Все, это я уже забыл. А красные здесь будут. Красные, зеленые. Вот так.
Давайте смотреть. Вообще не уверен. Здесь можно, типа, как-нибудь обойти. Вот здесь дороги по краям построить. Так эти стоят, эти поворачивают, эти стоят. Все, три кубика прошли. Теперь поехали эти. Ну они же тут друг друга пропускают. Там помеха. А, нет! Нет! Что-то пошло не так. Хьюстон, у нас тут пробка. Ну камон! Да что ж за дерьмина такая? Подожди. То есть еще вот этих и вот этих надо разводить. А как их разводить? То есть эти поворачивают налево, и эти поворачивают направо. То есть вот у этих светофоров должен быть разный вот этот диапазон. А он у них один. А как сделать так, чтобы он у них по два сделать? Причем он должен быть, должен сочетаться и вот с этим. А почему здесь 4? Подожди. Нет, здесь подожди. 4, 3, 2. Что за хрень? Подожди, подожди, подожди. Убери светофор. Может поэтому? Нет, не поэтому. Ну давай попробуем сделать, знаешь как? Они сначала ехали на вто... Ух ты. Вот это я умею. Нет, подожди, не надо. Это удобно, конечно, но не надо. Даже сейчас не пытайтесь понять, что я сделал. Короче, я сохранил... Зачем ты повернул? Подожди, верни. Верни. Здесь два зеленых должно быть. Здесь должно быть два зеленых. Вот эта мышка мне прям мешает. Колесико управления. Короче, сохранил все это. Короче, я вам сейчас просто покажу. То есть синхронизацию вот этого светофора перпендикулярного и вот этого я сохранил. Просто... Теперь ничего не работает. Пробка, наверное. Нет, поехали, поехали, хорошо. Вот, я правильно сделал. Просто замудрил. Вы поняли, что я сделал? Сейчас, если я не проиграю, я проигрываю, да? Нет. Ну, я практически проиграл. Вообще, это не дело. Вообще, регуляция. Регулирование. Движение должно быть более стабильно, а не то, что там на грани пробки. Что здесь на грани пробки, что здесь на грани пробки. Но это можно на самом деле все поправить. Да я не хочу, давай. Давай. Чуть-чуть осталось. Нет пробки. Нет пробки. Все. Да, 2 хп играет со смертью. Ладно. Так, можно еще одну решить. Вот это, конечно, долго мы будем решать. Но сейчас разберемся. О, кстати, как вариант, здесь можно сделать перекресток с круговым движением. Мой ненавистный перекресток с ненавистным круговым движением. Короче, мы вот здесь сейчас все это сделаем. Вот так, сейчас все сделаю. Убери. Вот. А кому-нибудь нужно отсюда вот налево? Нужно. Ну, значит, мы ставим здесь прямо и налево. Я пока не знаю, нужно ли ставить светофор или нет. Какого хрена? Подожди. А какого хрена здесь левостороннее движение? Почему это только сейчас меня смутило? Левостороннее движение. А я думаю, что мне так... А там тоже было левостороннее? Нет. Точнее, подожди, левостороннее. А подожди, а там ехали. И там по левой стороне ехали, да. Ну, значит, не так важно было, в принципе. Ладно. Так, этим нужно... Тоже этим нужно куда? И на... Да? Этой нужно сюда. Этой сюда. Этой... О, чуметь. А можно вы будете и налево поворачивать? И разворачиваться. Это же считается как разворот. А вам обратно тоже нужно? Ну, короче, ладно. Давайте я сделаю вот так. Здесь во все стороны. Здесь во все стороны. Здесь во все стороны. Будем сейчас... смотреть, что из этого выйдет, и уже править по ходу дела. Но ничего не получается. Почему? Потому что за перекрестком вот этим типа тачкам некуда ехать. В смысле, им некуда ехать. Красный не может доехать до пункта, потому что он поедет прямо, а здесь прямо и налево. Теперь что не так? Красная все еще не может доехать, потому что она здесь повернет на это дурацкое левостороннее движение. И здесь прямо направо и налево. Нет, прямо и направо.
Теперь синий не может доехать, а синий нужно сюда. А не может доехать, потому что, ну, направо. Короче, вот здесь все надо сделать вот стрелочку. А здесь тоже, смотри, прямо направо налево. Здесь тоже прямо направо налево. Пожалуйста. Нам не жалко, вот даже, кстати, все пропали. А давайте посмотрим, может без светофора обойдемся как-нибудь. Может как-нибудь люди будут заботиться друг о друге и пропускать другие автомобили. Вот смотри, пока нормально, пока нормально. Пока без пробок, без происшествий, без аварий, все. Все встало. Ой, ой, что вы творите, что вы творите? Зачем пропусти-то, куда вы влезли вдвоем на одну полосу? Два барана. Все, и пробка. Пробка. Ахтунг, сколько у меня прошло времени. Интересно, можно ли было продержать. Ладно, ну это был просто эксперимент. Проверка. Тем более у нас есть, кстати, доп. Полосы. А, ну здесь, кстати, подожди. Ядрить, нет, здесь. И здесь надо светофор ставить. Нет, подожди. Да только здесь. Короче. Я ставлю 4 светофора. Вот тут. Он же делится на 4, делится. Вот тут первые. Четверть. Вот тут. Вторая четверть. Здесь не надо. Вот тут вторая четверть. Третья четверть. Вот тут трынь-трынь. И вот здесь вот четвертая четверть. Все должно работать. Чисто теоретически вполне вероятно, что скорее всего сейчас опять будет пробка. Но посмотрим. Почему эти поехали, я не понял. Почему вот этот поехал и вот этот поехал? У меня светофоры там в разное время должны. Да ладно. Ну... Окей, я что-то не понял. У меня с... А, я по очкам должен в сумме набрать. А я думал за все время. А он, типа, очки накапливаются, если ты там половину миссии выполнил один раз, потом ее подправил, и осталось только выполнить вторую половину. Ладно, вот это, которое называется Артериал. Артериальное. Мы делать пока не будем. Посмотрим, понравилась вам игра или нет. Мне понравилось. Прям очень весело все разводить эти перекрестки, строить дороги. Надеюсь, в Тайутауне у нас больше пробок не будет. А на этом пока сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видосах. Счастливо!